Пока на стадии переговоров, подписание договора аренды между хоккейным Алтаем и руководством ледовой Карандин-арены перенесено. Ранее в целом ряде СМИ сообщалось, что стороны могут поставить подписи в документах уже сегодня, 20 августа. Но по нашей информации называются новые сроки до конца этой недели. До сих пор не ясно и другое, будет ли клуб Алтай играть там регулярные матчи ВХЛ после закрытия Дворца зрелища спорта. На днях в арене на Жасминной 3 побывал инспектор из Москвы, который проверил объект на наличие недостатков. Их было насчитано 26. Это, например, отсутствие дополнительных раздевалок для медицинского персонала и игроков. Реконструкция потребует около 3 миллионов рублей. После изменений Карандин-арену ждет дополнительная проверка.